Январь – время подведения итогов. Сегодня в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний Чувашии говорили о том, каким был прошлый год и что за задачи стоят перед коллективом ведомства сегодня. Сейчас в колониях и СИЗО Чувашии заключены под стражу или отбывают сроки более 6 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом, численность спецконтингента снизилась на 10%. Оперативная обстановка в течение года была стабильной. В подведомственных УФСИНа учреждениях были зарегистрированы отдельные нарушения закона. Но побегов осужденных не было. С нами не допущено побегов из-под охраны, групповых массовых беспорядков, членовредительства, массовых голодовок, групповых членовредительств и других резонансных преступлений и событий в местах лишения свободы. Обстановка остается спокойной. Условия содержания заключенных в местах лишения свободы, как требуют того правозащитники, улучшаются. Образование, медицина, культура, спорт, работа – доступны все сферы занятости. Было бы желание самих осужденных. Они должны трудиться и вернуться в общество, выходя с наших учреждений, уже имея специальность, уже приученные к трудовой деятельности. Существенно нарастить объемы товаропроизводства в 2018-м в спецучреждениях не удалось. В силу обстоятельств ушли некоторые постоянные заказчики. Но план все же выполнили. Динамика, может быть, она с плюсом небольшая, но нет минусов. Вот это самое главное. И то, что мы на рабочих совещаниях встречаемся, обсуждаем, касаясь трудовой деятельности осужденных, и когда благоустройство и сферы жилищно-коммунального хозяйства они трудятся, это очень тоже значимо для нас в нашей совместной деятельности, обеспечивает все меры предосторожности. Но в целом у нас по охране общественного порядка все меры практически, которые приняты, предписаны и в законе, и в наших мероприятиях, они выполняются максимально и сполна. Я это ответственно говорю. Мы проводим разные совещания, советы, которые приглашают Чувашской республики. Это по решению президента Российской Федерации. И мы реально работаем по противодействию правонарушениям, занимаясь профилактическими мероприятиями на системной основе. Сотрудники УФСИН Чувашии заняли первое место в рейтинге территориальных органов УФСИН среди второй подгруппы по итогам работы прошлого года. Оценивались оперативная работа, обеспечение безопасности в спецучреждениях, занятость осужденных и оказание им социально-психологической помощи. В планах на этот год у сотрудников ведомства, так же, как и всегда, безопасность в местах лишения свободы, повышение доходов от товаров, которые производят в тюрьмах и колониях. Отдельное внимание будет уделено снижению уровня рецидивов среди преступников. Татьяна Трофимова, Татьяна Раевская, Павел Левитков, Республика.